Наказание грозит и угонщику лихачу из Красного Кута. Злоумышленник решил позаимствовать автомобиль у друга. По его словам, ему срочно понадобилось в Красный Кут, а попросить товарища подбросить его он не решился. Поэтому просто угнал его машину. Вскрыв замок гаража, он завел автомобиль и отправился в населенный пункт. Когда владелец обнаружил пропажу, он обратился в полицию. Около 8 часов утра на подъезде к Красному Куту угнанную машину попытались остановить сотрудники ДПС. Злоумышленник требования об остановке проигнорировал. За ним отправились в погоню. Лихач разогнался до скорости 100 км в час. Его удалось прижать к обочине у автомобильной стоянки местного отдела полиции. Там угонщика и задержали. За что вы задержаны? За угон автомобиля у друга. У друга, то есть это ваш друг был, да? Да. Как вы этот угон совершили? Подробно опишите свое действие. Ну, утром пришел, смотрю, никого нет. А тут срочно надо в город ехать. Ну, я гараж открыл, завел машину и уехал. Вы так просто гараж открыли? Ну, замок сломал. Чем сломали замок? Лом. Реально угрозу он создавал, потому что было утро, все люди шли на работу, дети шли в школу. Водитель мимо школы проехал на большой скорости, хотя там знак есть пешеходный переход.